Это не по-настоящему. Это не по-настоящему. Этого не может быть. Кейт, скажи, что это не по-настоящему. Вы обнаружили что-то, что вас тревожит? Мы обнаружили очень большую комету. О, молодцы. Она летит к Земле. Такие кометы — это планета-убийцы. Сейчас я предлагаю помалкивать и размышлять. Помалкивать и размышлять? Помалкивать. И размышлять. Вначале надо хорошенько информацию переварить и поразмышлять над ней. Это худшая новость в истории человечества. Он нас проигнорировал. Что делать? Надо разгласить информацию. Сольем ее. Наш сегодняшний гость совершил большое космическое открытие. Кометы большого размера, она уничтожит дом моей бывшей. Знаете, что мы все здесь подохнем на 100 грёбаных процентов? Я просто... Кейт. Ладно. Ну, красавчику-астроному мы очень рады. А вот крикливой даме не очень. Не очень. Распространим новости любым способом. Комета приближается к Земле. ФБР! Боже мой! Не могли просто позвонить! В комете минералов на 30 триллионов долларов. Какой в этом смысл, если мы все умрем? О, нет, а если мы все разбогатеем? Опасно. Какой ужас! Поехали! Вы нашли комету? А у меня татуировка падающей звезды. О, это здорово. Возможно, катастрофа. Это уже катастрофа. Это ты сказала, что мы все подохнем? Нет. Йоу, бро! Это же она! Живым меня не возьмешь! Вот она! Гигантская комета! Она приближается к Земле! Ты видишь? Нет! У меня мешок на голове! Это я попросил ФБРовцев надеть вам мешок. Так делает ЦРУ, а они нет. Я так и думала. И правильно думала, это моих рук дело. Это смешно и клево.